В этом году наш край отмечает юбилей. 80-летие. К большому празднику ОТВ выпускает серию сюжетов о родном регионе. Рассказывают о нем сами его жители. Врачи, учителя, артисты, инженеры, общественники. В общем, все, кто делает жизнь в Приморье лучше. Здесь мое сердце. За это я люблю Приморский край. Вот я проехала всю Россию, но такое я не встречала, что были сопки, долины, море, сакура, речки, лес, который нам подарил тигра, дальневосточного леопарда. Ну и чем мы обогатили всю Россию? Обогатили людьми. Люди, которых я чем больше познавала за годы своей депутатской деятельности, тем больше любила. Я понимаю, что это самое бесценное. Это доброта, это скромность, это желание помочь. Я приморочка. Я была ею и буду всегда. Марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос.